Власть в приграничных провинциях захватили исламские экстремисты. В Москве принимают решение о проведении ряда секретных операций силами погранвойск КГБ СССР для прикрытия среднеазиатских республик от вылазок бандформирований и пресечения распространения ваххабизма на советской территории. На афганской территории создали сводные отряды пограничников и десантно-штурмовые мотоманевренные группы. Погранвойска провели успешные операции по очистке от банд панджахедов приграничной полосы. В 80-м году советские пограничники надежно закрыли 500-километровый участок афгано-пакистанской границы. В 82-м советское руководство издает секретный приказ о вводе погранвойск в Афганистан, расширяя их зону ответственности вплоть до Памира. С этого момента пограничники ликвидируют горные базы маджахедов и прикрывают афгано-иранскую границу от вылазок стражей исламской революции Ирана. Всего проведено около 800 успешных операций по ликвидации исламистов. 15 февраля 1989 года последними из Афганистана вышли именно пограничники. За 10 лет боевых действий, в которых участвовали десятки тысяч пограничников, погибли всего 518 человек. При этом ни один пограничник не был взят в плен и не пропал без вести. Однако военные историки до сих пор не знают подробностей проведенных советскими пограничниками в Афганистане спецопераций, поскольку все архивы были уничтожены. На телевидении сегодня об этом говорится. Впервые. Расскажите, как это было? Я вздохнул, потому что сразу вспомнил все эти моменты.